Выстрел в воздух не напугал нарушителей. Автомобиль удалось остановить только после стрельбы по колесам. Пассажир и горе-шофер не пострадали. Этот инцидент произошел в Кабанском районе. Машина без номеров привлекла внимание сотрудников ГИБДД. Требование остановиться водитель проигнорировал. Как выяснилось, молодые люди находились в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. А ты чего меня останавливаешься? Так а вы гоните еще? Ничего, шибко быстро. В смысле шибко быстро? Тебе сказали остановиться, ты должен выполнить это требование. Как выяснилось, дружная компания обкатывала только что купленные «Жигули». Прав у 20-летнего водителя не было.